Святой Марин жил в Риме при императоре Карине. Происходил он из знатного сенаторского сословия. Но, несмотря на его высокое положение в обществе, да и достаточно юный возраст, Марина по доносу схватили за приверженность Христу. Принуждали святого принести жертву римским богам, но с бесстрашием зрелого мужа юноша отказался отречься от Спасителя и стойко перенес все мучения, коим подвергли его язычники. Сначала подвешенным на столбе его жестоко бичевали, а после раскаленной решетки бросили в кипящую воду. Но увидели мучители, что по благодати Духа Святого пылающий огонь становится для Марина прохладной росой и не причиняет ему никакого вреда. Тогда бросили мученика на растерзание хищным зверям. Однако и здесь святой чудесным образом избежал смерти. Тут вдруг что-то случилось с Марином. Вдруг сделался юноша покорным и сказал императору, что готов принести жертву римским богам. Обрадовавшись, царь привел мученика в языческий храм. Но вдруг святой обратился ко Господу Иисусу Христу и силой молитвы ниспроверг всех стоящих в капище идолов. С истинным мужеством пройдя через все испытания, святой Марин воздал Христу истинную благоприятную жертву, приняв мученическую смерть за имя Его. «29 декабря. День памяти святого мученика Марина Римского».